Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю простой в приготовлении, сытный и очень вкусный немецкий картофельный салат. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком салате. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить. Для начала копченую колбаску нарезаю на не слишком толстую соломку. Небольшую головку репчатого лука нарезаю тонкими полукольцами. Маринованные огурцы нарезаю соломкой. Картофель я отварила в мундире, очистила от кожуры. Картофель нарезаю на не слишком тонкую соломку. Все подготовленные ингредиенты я переложила в миску. Сюда же добавляю мелко нарезанный свежий укроп. Добавляю соль и черный молотый перец. Приготовлю заправку для салата. Для этого к растительному маслу я добавляю горчицу в зернах и все хорошо перемешиваю. Полученную заправку добавляю в салат и все хорошо и аккуратно перемешиваю. Немецкий картофельный салат готов! Вот такой получился замечательный, на первый взгляд простой, но очень вкусный салат. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!